Здесь понятно, я сейчас его только раскрою двумя пальцами. Еще раз покажу. Ребята, смотрите, сейчас он, вот он размахивает, дай на меня, вот смотрите, размахивается, видите, вот его рука, вот она размахивается, и обращается, размахивается, вот рука, видите, я ему могу не дать уже делать взмаха, это вы уже на что обращаете внимание, еще. Ну сейчас, я ж только, вот он, рука, или здесь, или там, или под ноги, еще, пожалуйста, вот смотрите, он раз, а я ему, хоп, остановил. И теперь я ему говорю, когда он не готов к какой-то защите, вот этот взмах, он отдал мне полностью сторону. Еще, пожалуйста. Так же? Так же, конечно. Раз, а я ее, смотрите. Уже не хватает. Что?
поближе. Ближнюю точку готовил. Конечно, рычаг. Я же вам показывал элемент, как мы пользуемся. Вот он еще больше, видите? А я ему раз вот сюда. Видите? И помогаю ему. Как? И помогаю ему. Вот. Это вообще-то волос, видимо. Ну, я же вам показывал. Он же. Вот она, ось симметрии, которой я пользуюсь. Не нарушает. И я беру его же силой, он мне помогает, вот смотрите, еще он делает взмах, а я ему помогаю. Видите, такую. Я ему меняю направление, а его масса на ускорение и сила, и он не справляется. Может быть, просто худенький паренек? А вы знаете, мне станет? Я на вас, я почему говорю, мне немножко сейчас тяжело, как я покажу. Понимаешь, это самое. Вот он делает, смотрите. Он делает взмах, и вот он пошел удар, который я принимаю. Я специально показываю то, чтобы вы видели. Пожалуйста. Вот смотрите. А я в этот момент его уже выцелил. Куда мне заходить, когда буду, куда захочу, куда буду любить. Я не бью. Еще раз. Смотрите. То есть по затылку удары его. Смотрите, раз, я ему продам удар. Плечом взято. И я использую ее. Еще раз. Вот смотрите, он раз, а я его обратно. Что? Я ему управляю. Вот это я и хотел вам показать. Показать, чтобы вы увидели суть вопроса. А не то, что я ему что-то разобью. Ни вам не будет пользы, ни ему. А он чувствует, как он попадает в управляемую сферу деятельности. Вот смотрите, раз, а я ему помогаю. Я ему помог. Как я его увожу? Вот он ударил, а я присел. Вот о чем было сегодня с утра и сказано. И я постарался, чтобы это вы увидели, но если бы вы еще посчитали по физике, вот что происходит, я думаю, вы бы тогда мне смогли меня убедить в том, что это так, что так решается. Еще, пожалуйста. Я уже вам даже, смотрите, вот видите, и если я присаживаюсь, смотрите, что с ним происходит. Разложить силы на составляющие. Еще раз. О чем я говорил сегодня? Чтобы вы увидели, я не ту скорость создаю, чтобы вы ничего не поняли, а говорю, куда я прикладываю силы и как это происходит. Еще раз. Смотрите, вот он бьет. Раз. Медленно, а если молниеносно, то он сразу ловит. Плоскость нанесения удара и косинус угла, который вы... Вот смотрите, как я ему создаю контакт. Продолжать, продолжать. Вот это сцепление... Почему я вам там говорил о каком-то карданном вале, который выбирает низоосность и который обеспечивает механизм, сцепление механизмов в работе? Я какие-то слова говорил, чтобы они были понятны, я их выражу. Еще раз.
Вот это я добавляю плечо, увеличиваю. Пара сил. Откуда? Пару сил нельзя ничем уравновесить, кроме такой же пары сил. Почему я вам говорю, и вы постараетесь это почувствовать, найти в книге и от преподавателя услышать. Еще. Тогда у нас будет действительно это то, что инвалид и девочка, и они смогут увидеть вот эти элементы в том, что ихнее состояние здоровья обеспечит справиться с любым, если она захочет. Я вам показываю, как я вхожу в систему механизма. Это я бью, показываю, что вы можете тренироваться, мозги не оставлять на стене. И показывать чистоту вот этого единоборства, которое дает возможность развития своего здоровья и обеспечить становление его вот во всем, понимаете, состоянии своей мобильности. Вот смотрите, раз, и я в нем, и я в нем. Где мне прекратить? Я прекращаю. Я должен почувствовать систему механизмов и своей, и его строю какую-то третью машину. Еще вопросы? Вот о чем раз... Хорошо, вот смотрите, сейчас я часы сниму. Значит, я ж просил то, чтобы принесли оружие, чтобы показали на меня. Вот смотрите, я сейчас... Давай. Вот смотрите, что я делаю. Вы видите, как я не хватаю. Я как подхожу к оружию, я его боюсь. И я оружие отнимаю. Я присел, но он у меня мозги на моем каблуке. Не надо мне слишком высоко поднимать ногу. Я стар, больной или еще что-нибудь, и силы экономят. Мне вполне достаточно. Еще, пожалуйста. Вот смотрите, раз, и я, опа, ножа нет. А как вы пальцы крутите? Не видите? А, вон он. Вы продолжаете руку. Нет, но я ударил по пульсу. Я ударил в пульс, и этот самый потерялся. Надо мне отнять. Ну, это как частный случай. Мне нужно отнять. То есть я, смотрите, хоп, я выкинул. Вы понимаете? Где мне надо, к примеру, нож. Я не смог вырвать. Пусть будет вот так. Я его боюсь, но если я ударю, тогда нет. То есть мы должны знать, что происходит, как происходит, когда, почему я сказал о ситуации, о проблеме, о цели. Я вам говорил не для того, чтобы заполнить время, которое мы с вами имели для разговора. Автомат. Вот он есть. Смотрите, я что? Вы видите? Пара сил, рычаг. И как я обеспечил через точку опоры. Вот смотрите, один из элементов, и я его луплю. То есть мне уже вполне достаточно его обработать его же магазином, как кастетом. А как же вы отсоединили? Он же вы военный человек. Вы военный человек. И, наверное, подполковник. Не меньше. Не меньше. Почему мне вам говорить о той механике,
которую вы преподаете в школе и требуете от людей, чтобы они остались живы. Алексей Алексеевич, вы проводите в замедленном темпе, а в боевом это ж молниеносно. Ну как же можно это? Физически невозможно отсоединить за счет. Но я ж вам показываю, чтобы вы видели, когда случится... Ну повторите, пожалуйста, если вот как магазин отсоединяется, я не врублюсь. Если он будет показывать быстро, кто-нибудь убьет. Не-не, ну хотя бы медленно, а быстроте речь не идет. Это товарищ, вы возьмите автомат. Не надо, сейчас я покажу. Вот смотрите, я где-то прибрал, смотрите, у меня... Я говорю, товарищи, о том, что я не фокусник. Я говорю вам о той материи, которую вы имеете, на которой вы сидите. Вы являетесь преподавателями высшей категории. Вы должны заработать выше свою заработную плату. Отработайте ее так, как вы этому соответствуете. Вы этому соответствуете, вы ее и получите. Я не требую от вас каких-то фокусов, а говорю, что это физика. И почему тех военных попросил, чтобы они принесли настоящее оружие, чтобы можно было почувствовать запах пороха, и выстрел над ухом или в упор. И если мы этому не будем учить, не будем получать, ну да грош нам цена. Я, к примеру, скажу, товарищи, вот из вас, чему равна скорость звука в воздухе? Сколько? Сколько? А кто больше? Нет. А кто меньше? Еще кто? Ну, вы уже вроде под погонами. Так сколько? А товарищи, которые в школе? Значит что, никого нет? 20 корней квадратных из ТЭД, 273 градуса по Кельвину и плюс-минус по Цельсию. Вот чему равна температура, то есть скорость звука в воздухе. Что, у вас снайперов нету? Вы что, никогда этим не занимались? Вы ведете как раз процесс управления. Вы же поднимаете то богатство, которому вы соответствуете. Вот она как раз та работа. И мы должны в школьной программе это видеть, чувствовать, понимать и давать. Если я приехал к вам, я должен дать действительно то, чтобы вы сказали, я в книге завтра это найду. И я докажу, что он не прав. Или вы были неправы. Но чтобы оно работало, вы запомните и своим воспитанникам передадите. А вот еще одну. Как можно определить по звездам время? Что это физика. И почему тех военных попросил, чтобы они принесли настоящее оружие, чтобы можно было почувствовать запах пороха и выстрел над ухом или в упор? И если мы этому не будем учить, не будем получать, ну да грош нам цена. Я, к примеру, скажу, товарищи, вот из вас, чему равна скорость звука в воздухе? Сколько? Сколько? А кто больше? Нет. А кто меньше? Еще кто? Ну, вы уже вроде под погонами. Так сколько? А товарищи, которые в школе? Значит что, никого нет? 20 корней квадратных из ТЭД, 273 градуса по Кельвину и плюс-минус по Цельсию. Вот чему равна температура, то есть скорость звука в воздухе. Что, у вас снайперов нету? Вы что, никогда этим не занимались? Вы ведете как раз процесс управления. Вы же поднимаете то богатство, которому вы соответствуете. Вот она как раз та работа. И мы должны в школьной программе это видеть, чувствовать, понимать и давать. Если я приехал к вам,
я должен дать действительно то, чтобы вы сказали, я в книге завтра это найду. И я докажу, что он не прав. Или вы были неправы. Но чтоб оно работало, вы запомните и своим воспитанникам передадите. А вот еще одну. Как можно определить по звездам время? Ну скажите, как? По большой медведице, она имеет каждое определенное время. Ну, определите. Она находится... Ну, поставьте и скажите нам это время. А кто помнит? А если вы что должны, вы сейчас преподавать? Нет. А кто же из вас пользуется, я почему, товарищ, если говорю, заостряю внимание, значит, наверное, это очень важно, чтобы не было смертей, чтобы выйти к своим, рассчитать время, когда часы встали. 55,3 минус удвоенная сумма номера месяца плюс условный час и плюс день, выраженный в десятых долях, где каждые 3 дня равны 1 десятой. Что, первый раз мы слышим? Но если первый раз, то пусть будет первый, но не последний, и вы там им дадите всем. Лоцию, штурманское дело и все остальное надо поднять вами. И я считаю, это должно стать на тот уровень, которому вы соответствуете. Еще вопрос. Отец, а психология, сама психология боя? Психология боя очень тяжелая, товарищ. Очень тяжелая психология боя. Я вам говорю, что такое ситуация. Я опять повторяюсь то, что я сегодня с утра вам представлял, и если бы в вас стреляли, и вы чувствовали, что вам надо убивать, не ради того, чтобы убить, а ради того, чтобы выжить или защитить, это очень тяжелая вещь, очень тяжелая. Но нам надо, чем отличается военный человек, что он прежде всего убийца. Или нет? А? Убийца. Но с другой стороны, он носитель своей культуры. Так вот, носитель своей культуры, защитник ее, убивать ради убийства не будет. И я когда вам там давал в книжечке, у меня там было отмечено, что туда входит, и перечень всех тех вопросов, они отражают прежде всего человека, защитника, прежде всего человека культурного, знающего, могущего сделать, чтобы выжить. Вы должны производить мелкие операции, я не говорю крупные, мелкие, вы должны лечить. А если вы сейчас не можете, значит еще это рановато. Надо потихонечку грызть вот гранит науки. И вот вместе тогда с вашими учениками вы сможете постичь некоторых пока вершин своей ступеньки, своей возрастной группы. Почему мы должны знать, если давление повышенное, пониженное, если ничего нет, мы должны разрезать вены, спустить кровь. Если понижено, начнем кормить. Если девочка, допустим, 12 лет, упала в обморок, что бы вы сделали? Я конкретно говорю. Да, ребята, пощупать пусть, пока будете щупать уже, но я просто отвечаю вам и говорю, что в этом возрасте девочка формируется, и у нее как раз недостаток, она, может быть, не покушала еще, а к тому же просто приподнять ей ноги выше головы. То есть голову опустить, а руки приподнять чуть-чуть. Прилив крови, она придет сюда. Почему я вам как раз эти вещи говорю? Что вы, педагоги, должны этими вопросами владеть. И должны решить каждый вопрос, который перед вами может возникнуть, чтобы решить задачу перед вами, как ситуация возникшая. Преподаватель не только, что я вот веду ОБЖ, или гражданскую оборону, или ЧС, и все, что галочку я только эту могу поставить, или кто-то поставит.
а вы должны ответить ее настолько, чтобы вы действительно были, если ты одел военную форму, ты служишь Отечеству, то значит действительно, кроме меня, эту работу никто не выполнит. Я знаю, как спать, когда спать, каким образом спать, для чего спать. И если гулять, я должен тоже погулять так, чтобы, конечно, и мне запомнилось, и я отдохнул, и всем остальным, кто со мной рядом. Автомат, лежащий. Вот автомат, смотрите, к примеру. Делается укол. Смотрите, вот я его раз, к примеру. Смотрите, что я делаю. И голову скрываю. А вот о чем я вам как раз и говорю. Посмотрите еще. Я сейчас вам рассказываю, как это делать. Раз, смотрите сюда. Смотрите, как я начинаю. Видите, где я на мушку начинаю давить? А где он держит? Если бы я тащил ему сюда, я бы не вытащил вот сюда. А я тащу. Вы смотрите, куда. Я упираю здесь. Вы смотрите, куда я тащу. Вы видите, я в этот просвет. Я присаживаюсь, он теряет. Он сейчас добавляет. А если он выстрелит, он же был в бок прямо через ствол. Давайте еще раз посмотрите, какой бок. Это же не наши, они не понимают, вам все равно оружие выстрелит, я вас спрашиваю. А, не надо выбивать, понятно. Вы понимаете, я сейчас не буду выбивать. Значит, смотрите, где в моем боку оружие. Вот он сейчас начинает. Ну где? Смотрите. Здесь я не смогу, у меня просто даже рука выйдет. Вы смотрите, где? Даже физиологически. И я могу еще и ногой бить его, если могу, если я хочу. Я вам показываю суть вопроса. А, да. Я же вам суть вопроса показываю. Есть укол, я его к себе, и смотрите, что я делаю. Надо, я его хопа, и тут я его бью. Вот несколько элементов, которые были здесь в состоянии для работы. Я ему в одном, во втором, в третьем направлении сменил точку опоры. Мобильность была взята, вариант был решен. Или так, разрешите. Вот он сзади меня захватил, к примеру. Я вас стою с оружием, он сзади захватил. Смотрите, у меня, видите, я его... Как мне кто-то задал вопрос, если стоит на посту и сзади что-то чего-то сделает. Стенки не становятся. У вас есть оружие. Если вы еще так тихонечко, точно так же раз смотрите, то я его, видите, когда стою? А если автомат на плече?